Петрович находится на посту мэра города Ачинска чуть больше месяца, может быть. Но пришел он, скорее всего, с недобрыми целями, и, может быть, это не его воля. Хочу обратиться к краевым властям, которые с молчаливого согласия позволяют делать такие вещи, сравнивать наш маленький город с Красноярском. Население у нас совсем маленькое, и найти работу в Ачинске практически невозможно. У нас всего два градообразующих предприятия. И третья – железная дорога, на которую не устроиться без специального образования. Игорь Петрович на встрече с нами обещает одно, на делах делает другое. Я считаю, что главной наградой для мэра, для любого чиновника является доверие народа. Но вот в данном случае этого быть не может. Вчера вышла газета «Чулымка Ачинская», где расписана проблема по улице Кирова. Там Игорь Петрович представляет все это в красивых красках, как всегда, может быть, на словах. И следующая статья посвящена людям, которые говорят, что им очень трудно без этих павильонов обойтись, что люди привыкли, что это удобно, шаговая доступность. Многие люди с ограничениями возможностей, с ограниченными возможностями. Они пришли, хлеб купили, молоко купили. Многие павильоны работают круглосуточно, люди, которые задержались на работе или там ночью кто-то приехал. Удобно. Пошел, купил, покушал, приготовил, накормил детей. Сейчас без этих павильонов людям трудно. И они высказывают свое мнение, что им без этих павильонов трудно. Но Игорь Петрович их лукаво, уверяя в том, что ничего страшного не произошло, что павильоны останутся, он только их на 100 метров переселил. Хотя на настоящий момент нам никто даже еще места не предложил. Мы вложили очень большие средства по улице Кирова. Расчистили площадку, снесли свои павильоны, провели заново канализацию, водопровод. Сделали подготовку к заливке фундамента ленточного. Но Игорь Петрович распорядился, что павильонов не будет. Люди вложили 300-500 тысяч рублей. Это для нашего города это колоссальные деньги. В итоге мы с мая месяца простаиваем. С мая месяца у нас нет работы ни у нас, ни у наших продавцов. На дворе сентябрь. Детей ни в школу собрать, ни в вузы оплатить. Вот такая серьезная обстановка. Просто сос. Пожалуйста, помогите нам.